глубинах трясины забытья. Давайте еще принесем кому-нибудь фрагов. Бла-бла-бла. Надо выполнять задание, раз я драться не умею. Туда в надежде изменить свою серьезно. И все находили свой жребий, воплощенный в камне. Нас двое? Нет, нас четверо. Вау. Начнем. Троянцев не да блин! Почему я сюда-то не могу спрыгнуть? Вот скажите мне! Охереть, тут непонятно, где можно спрыгнуть, куда нельзя. Говнюк! Тут надо еще помочь. Я не знаю, кто убил там кого. По-моему, я. Да, я его добил. Говнюка. Ау, это было больно. А где я? Я не знаю, что сейчас творилось, если честно. У меня было непонятное нечто на экране. И плюс я нуб. Элизиум подождет. О, нихера себе, вы это видели? Половину хп отнял. И у второго еще добил. Господи, а где вся команда-то? Я не понимаю, где вся команда? Их трое, и мы не можем забрать эту точку. Какого черта? Чего? Пойду-ка я подлечусь. Вау, не все захвачено, смотрите. Отдайте точку. Это наша точка! Ёптель! Моптель! Вот куда вот эта точка меня может перенести? Наверх, окей. Так, лучше этого не делать, я думаю, тут враги рядышком. Полное превосходство. Один пришел, видели? Нихера себе! Это что такое? Боги вмешались. Почему я спрыгнуть не могу? Да почему я спрыгнуть не могу, твою мать! Сколько можно? Чё за чушь? Охереть просто! Это охереть, как ведь иногда в некоторых местах раздражает. Я буду ждать. Да, вот, спасибо. Нахер его. Во, это что было сейчас? Союзник пробудил Горгону, это круто. А, это свои, блин. Где я? Я не всосал. Вау. Ну его снахер, ребят. Осталось набрать 3000. Вау! Вау, вот это было... Вот это было... Вот это было неожиданно! Так, я подожду, пожалуй. ХП здесь, иначе меня
забьют нахрен чертям собачьим. Еще и горгоны можно завладеть. Ну уже, спасибо. Я не знаю, был это свой или нет, но мне абсолютно наплевать. Я пойду горгоной завладею. Ну, здесь уже было без вариантов. Я сдох. Против двоих я ничего не сделаю. Я против одного-то не могу ничего сделать, против двоих-то тем более. Надейся на меч, а не на удачу. А что это за подсказка такая была? Надейся на меч, не на удачу. О, вот она. What the fuck? What the fuck? Можно по своим стрелять? Опс, пардон, вот это я отжег, конечно. Попробуй еще раз. Чё за херня? Как они вот эти атаки делают, я не понимаю. Какого чёрта? Я сейчас не всосал, если честно. Что происходило? Так, ладно, я не буду этого ждать. Пусть меня убьют, но я не буду сосунком. И поищу где-нибудь еще ХП. А вот и, кстати, мана. Нужна еще одна тысяча. Вау! Вы это видели? Осталось набрать 500. Там есть точки, в которые можно стрелять, вот надо было прицеливаться на них. Окей, я помог. Я молодец. Я так и не понял, как медузой владеть, если честно. Я нашу команду выведу вперед. Черт, не успел! На последней секунде меня... Никто не усомнится в нашем могуществе. Поимели. Да, ну это было уже Смотрите, стакомак никого не убил и ни разу не сдох. И 2100 милости заработал. Вау. Вот это он нехило отжег. Надо также, наверное, зарабатывать милости, никого не убивать и не подыхать. Если я драться не умею... Вот, серьезно. Умеешь сражаться, не умеешь действовать команда? Помогай тем, кто никого не убивает. В принципе, неплохой такой баланс, если подумать. А, окей, все вкачалось. До второго уровня. И что мне с этим делать? Ну, допустим, давайте посмотрим. Доспехи, допустим, открылись. Броня Тифона. Скорпийские доспехи. Ну, видимо, она улучшилась автоматически. Окей. Раз так. Способности магия. Жертвенная душа. Призвание множества душ, которые набрасываются на ближайшего врага, глушает и отбрасывает его. Давайте это попробуем вкачать. Ее заюзать, если что. Предмет. У меня есть еще очки навыков? Нет, у меня их нету. Окей. Давайте еще посмотрим. Одну карту. По-моему, вот эта карта была в бета-версии. Пустыня потерянных душ.